Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Сегодня мы на Мирополисе по-прежнему будем делать демонстрацию, поэтому я подключаю демонстрацию, и мы начинаем. Так, я буду время от времени перемещаться, потому что сегодня я вам дам две очень важных ссылки на Google формы для заполнения, и в ходе вебинара вы обязательно уже поймете, зачем и почему это так важно. Меня зовут Скадоев Алексей. Начинаем наш вебинар. Он проходит каждые две недели. И сегодня 1 сентября. Я поздравляю всех с началом нового учебного года. И так совпадает, что к нам это имеет прямое отношение, так как у нас тоже в SkyVault Community очень такой серьезный учебный год намечается. Напишите, пожалуйста, было ли видно презентацию или нет. Если да, я сделаю на полный экран. То есть вот я перелистываю экраны, меняются ли экраны. Все супер. Первое, то, что я хотел бы сообщить, что Global Expo Marathon продлевается до 15 сентября. Это не планировалось, я скажу честно, но из-за обилия интереса к этому марафону мы не можем допустить, что кто-то на этот марафон, кто может, естественно, кто имеет силы, возможности, желания, кто-то не попадет на этот марафон. И также появилась в недавнем времени, относительно недавнем, шкала отслеживания статуса, что еще требуется вообще достигнуть для того, чтобы получить такие замечательные призы. Это действительно классные призы, я считаю. И посмотрите, вот статус Gold, это доступ, ну, естественно, все получают от бронзы доступ с 1 октября к специальному инвестиционному предложению. И в отличие от статуса Silver, это также посещение закрытого ужина с Анатолием Юницким для топ-20 участников марафона. Это фотокнига, это проживание в течение 5 ночей в двухместном номере с завтраком в гостинице в Дубае. И много-много еще интересного и действительно классного. Так совпало, что мне вот многие лидеры написали, которые запускали новый поток развития бизнеса SkyVault Community в разных странах именно через систему лидогенерации, лидокол, что именно эта система значительно помогла реализовать вот такие желания выиграть и голд места. Многие очень выиграли, именно тот, кто развивал по системе лидогенерации. Я задумался вообще, а в чем особенность и что объединяет этих людей. И я понял, что мы, по сути, через запуск системы лидогенерации начали формировать высшую лигу SkyVault Community. То есть это логика формирования сообщества лучших, внутри и так неплохого объединения людей, которые объединены единой целью, единой идеей формирования новой экологичной реальности через финансирование технологии компании UnitSky String Technologies и реализации изобретения и уже просчитанных моделей Анатолия Эдуардовича Юницкого. Поэтому в недавнем времени мы сформировали высшую лигу SWC, SkyVault Community, в Telegram-канале. Все будет происходить в Telegram, именно касаемо взаимодействия. И вы можете видеть здесь скриншоты, которые показывают вам, что 17 августа этот ресурс был создан. И что здесь успели получить на самом деле те, кто присоединился к чату и каналу высшей лиги. Это не просто чаты и каналы, это логика сообщества. Я могу сказать, что мощнейший вообще виток формирования сообщества
и очень много интересного, полезного, ценного общения с самыми мощными экспертами. Вообще, вот, ну, если говорить про Россию СНГ на уровне Натальи Ивановой, а Наталья обучала топ-менеджмент Mercedes, работала с такими компаниями, как Nestle. Если говорить про сферу спорта, это Technogym. Работал даже с некоторыми дочерними транспортными предприятиями в логике проведения стратегических сессий. То есть имеет большой опыт именно прокачки для достижения результата. Вот я даже в чатах читал, что кто-то называет это достигаторством. Да, друзья, это как раз-таки умение достигать результаты лучше, чем другие. Только такие люди будут находиться в высшей лиге SkyVault Community. 13 числа был проведен первый мозговой штурм. У нас такого никогда не было. И я могу сказать, вообще за историю развития и финансирования технологии Unisky Stream Technologies, а ранее это была технология Skyway, не было таких мероприятий вообще. То есть представьте, если больше часа происходит обучение, как правильно формировать аргументы. То есть это именно методология, это именно техника, как сформировать любой аргумент, который будет работать лучшим образом и закрывать ваши продажи. Те, кто присутствовали на этом мозговом штурме, поставьте, пожалуйста, напишите ваше мнение. Наверняка кто-то сейчас есть в чате, но я знаю, что мнения очень хорошие, и это впечатлило очень серьезно наших партнеров, которые вот в числе первых начали присоединяться к высшей лиге SkyVault Community. И даже вот у нас есть отзыв из Греции. Совершенно неожиданно мы его получили, когда женщина сказала, что я даже не думала, что будет такая информация. Меня это зарядило. Я снова хочу, как на первых порах, в первые месяцы развивать проект, потому что я знаю, что я достигну наилучших результатов. И это не бла-бла-бла. Это система, которая дается на этих мероприятиях для того, чтобы вы применяли. Более того, Наталья разбирает аргументы, те, которые формировали те пока что, может быть, немногочисленные участники высшей лиги. Кстати, отмечу, это высшая лига именно русскоговорящих партнеров. И на этом вебинаре я вам скажу, как мы это будем масштабировать. Мы обязательно будем масштабировать, и я с нетерпением ожидаю, чтобы у нас начались такие мероприятия, дублицируемые и на английском, и на французском, и на вьетнамском, и на индонезийском, на всех языках, во всех странах, в которых мы работаем. А мы работаем больше, чем в 200 странах мира. Также прошел мастер-класс по очень актуальному. И кто-то опускает руки после такого возражения, когда встречает, если у него не удается отработать это возражение, что вы мошенники, вы пирамида. И также более фактически 2 часов Наталья приводила много достаточно аргументов, и потом уже сами партнеры по усвоенной технологии формирования этих аргументов начали приводить свои. И все докрученные аргументы. Этого не было, друзья, этого не было реально вот за всю мою историю развития. Если бы мне в 2015 году дали бы такие инструменты, да я бы еще в 10 раз быстрее достиг бы тех результатов, которые мне удалось достичь. То есть мы создаем инструментарий в логике того, что создает сейчас компания Unisky Stream Technologies, выполняя все обещания, которые они давали, несмотря на пандемию, несмотря на сложность работы, мы также растем и также самосовершенствуемся. Итак, напишите, я хочу видеть эти плюсы либо минусы, кто в теории хотел бы попасть в высшую лигу SkyVault Community. То есть напишите прямо в чате, напишите в чате YouTube, напишите в чате Мирополиса. И я не поверю, если кто-то недооценивает вот все, что сейчас даже находится
в высшей лиге SkyWorld Community. Потому что на самом деле, друзья, не стесняемся, вот уже Карпук Людмила написала в Ютубе, я вижу, что также пишут, и что же нужно для того, чтобы стать участниками высшей лиги SkyWorld Community, именно пока что на русскоговорящем пространстве. На самом деле очень просто. То есть это первое желание попасть в чат высшей лиги, ну, именно вот сообщество высшей лиги SkyWorld Community, и действительно делать, настроиться на то, что вы будете делать очень мощные результаты. Написать хранителю чата Денису Telegram, то есть вот эту ссылку я продублирую обязательно. Так. Чуть-чуть попозже продублирую, дорогие друзья. Пока что вот у нас с демонстрации экрана происходит. В конце вебинара я продублирую. Пока что сделайте скриншот. КЗ78889 в Telegram именно напишите. И у него есть конкретные инструкции, как вас утвердить либо отвергнуть. Потому что, да, мы не всех принимаем. И не хотелось бы, чтобы случайные люди, которые занимаются другими проектами, вошли в высшую лигу SkyWorld Community, начали получать знания, начали применять эти знания и использовать в каких-то других направлениях. Нет, естественно, это не нужно. То есть нужно будет отправить электронную почту, как в аккаунте SkyWorld Community, Денис через отдел статистики, и IT-отдел запросит данные и посмотрит, проверит, а насколько вы вообще сейчас активный либо неактивный полуспящий лидер, сертификат о вашем статусе, то есть скриншот в личном кабинете, где виден ваш статус. Это главная страница. Если будут какие-то вопросы, то просто спрашивайте у Дениса, и он вас проинструктирует. И далее, после всех одобрений, вы добавитесь в сообщество высшей лиги SkyWorld Community. И что получают участники высшей лиги SkyWorld Community? Пока что, к сожалению, русскоговорящего пространства. Они получат доступ к следующим мероприятиям, которые будет проводить, могу сказать, не только Наталья Иванова. То есть у нас есть сейчас эксперты, которые не то что согласны с нами работать, а на вообще оптимальных условиях. То есть это... Я увидел ценность, что эксперты хотят доносить информацию для такого мощного сообщества, как именно партнеры SkyWorld Community, на очень лояльных условиях. Я лично такие условия даже не ожидал. Но что касается последующих мероприятий, обязательно будет, вот были запросы, как работать с высокими чеками, то есть как привлекать крупные инвестиции. Был запрос, как работать с уставшей базой, те, кто спят. И мы проводили многочисленные мозговые штурмы, пришли к выводу, что на самом деле перед этим нужно понять, а как вообще провести таким образом презентацию, чтобы максимально сфокусировать внимание человека как в Zoom, так в реальности, так и в социальных сетях на вас, как эксперты, которые доносят информацию о продукте SkyWorld Community. Как сделать там так, чтобы он вас не отверг. То есть это будут вот первые такие мастер-классы. Далее уже каким образом общаться, как зацепить через специальные крючки. И эту методику использовал Джордан Белфорд. Таким образом он сделал вообще действительно империю. Я помню тренинги Джордана Белфорда, когда я на них присутствовал, и вот эти, в том числе, технологии будет доносить Наталья Иванова. Но она доносит не в логике, знаете, общие слова о системе продаж и так далее, то есть что мы видели много-много раз, а именно применимо к продукту SkyWorld Community. Повторюсь, это происходит в первый раз. То есть это глубочайшее погружение ментора, наставника, вообще создание системы продаж и адаптации обучения SkyWorld Community глубоко в продукт. Ранее не было такого погружения. Ну и стоит признать, что вообще как бы
Наталья достаточно необычный человек, который близок к нам именно по идеологии. Все получат доступ к записям предыдущих мастер-классов, они уже не повторятся, они также будут потом на платформе адаптации и обучения. Все мозговые штурмы, все мероприятия. Повторюсь, доступ к следующим мероприятиям происходит на несколько месяцев вперед. Мы постараемся их прописать вплоть до ноября, а то и декабря, до официального запуска платформы. И после запуска, даже, я думаю, мы продолжим эту традицию, но уже в логике новых экспертов и уже в логике сформировавшегося сообщества, пространства высшей лиги SkyVault Community. Все получат возможность закрытого тестирования платформы обучения, то есть что такое тестирование, вы сможете пройти по шагам и получить возможность и ту информацию, до которой у многих нет доступа, а потом я могу сказать, что эта информация будет иметь определенную ценность, и не просто так можно будет войти в платформу обучения и адаптации SkyVault Community, нужно будет совершить минимальные, но действия. И также те, кто имеют статусы эксперт, топ-эксперт, sky-эксперт, мастер-лидер, смогут подтвердить статусы с помощью тоже хранителя чата, хранителя сообщества, так скажем, Денис на сегодняшний день. И далее также получить возможность перейти сразу, перепрыгнуть, не выполняя домашнее задание, хотя я рекомендую пройти сначала и до конца, вообще с начального партнера и до статуса, который у вас есть. Все это в дальнейшем будет масштабироваться на другие языки, помимо русского, при формировании системы международных тренеров. И сейчас мы ищем международных тренеров платформы обучения и адаптации SkyVault Community. Я вам сброшу ссылку, это очень важная ссылка, пожалуйста, пойдите по ней и заполните. Это что касается тренеров, то есть тренера – это те люди, которые будут доносить информацию, масштабировать как сообщество высшей лиги, так и, в принципе, платформу обучения и адаптации. У нас уже больше 10 заявок, и это люди, которые знают идеально продукт SkyVault Community. Это те, кто идеально или хотя бы на начальных этапах навыков владеют навыками публичной речи, свободно знают русский язык и один из иностранных языков. Вот многие писали, когда вот по лидогенерации, по лидоколу, заполняли анкеты, что я знаю русский язык, я хотел бы развивать новые рынки. Нет, в данном случае нужно знать и русский язык, и какой-то иностранный язык, который, как вы считаете, вы можете взять на себя ответственность и желать расти, обучаться, масштабировать платформу обучения и адаптации SkyVault Community на свою языковую группу. То есть, например, русский-французский, русский-грузинский, русский-португальский, русский, немецкий. Максимум мы хотим получить тех тренеров, которые смогут идти с нами в столь долгий маршрут. И это очень интересная, очень прокачивающая навыками дорога и будет вознаграждаться также. И, конечно же, полный фокус должен быть на SkyVault Community как основном проекте. Можете совмещать работу где-то, но в голове должно именно быть такая мысль, что SkyVault Community – это все-таки основное для меня. Другие проекты, участие в других проектах вообще не рассматривается. Вот таких экспертов мы сейчас ищем. И также я могу сказать, что, в принципе, мы немножко тоже быстро сообщу, готовим систему именно формирования кейсов, потому что на платформе обучения и адаптации будут определенные кейсы, которые позволят человеку, который только-только
новый в системе, увидит кейсы и понять, что он тоже может так сделать. Я вам привожу пример ко многим людям, которые находились на наших мастер-классах. Леонид Рахманов уже обращался, это очень талантливый, мощный парень, это мой бизнес-ассистент, то есть если он к вам обращается, считайте, он обращается от моего лица, то есть по моим просьбам, по моим заданиям. И вот в Узбекистане 19 лет, а я думаю, что ему 18 лет еще было тогда, в точке 0 он был студентом, зарабатывал $30 в месяц. В точке А он стал инвестором, привел двух друзей, партнеров, и в точке Б он уже является моим бизнес-ассистентом, и у него в структуре все больше и больше становится людей и зарабатывает такую сумму в месяц. Пожалуйста, те, кто имеет возможность и желание заполнить, и в первую очередь те, кто желает, чтобы о вас узнали в сообществе SkyVault Community, если вы не боитесь показать свой результат, заполните вот эту Google форму уже, что касается про кейсы. И мы планируем создать вначале на русскоговорящем пространстве, но я думаю, по кейсам мы будем создавать параллельно подобных кейсов не то что десятки, а 20, 30, 50, чтобы их можно было пролистать и показать, какого результата разные люди действительно достигли. Вот, друзья, вкратце то, что вас ожидает в сообществе. В сообществе именно что касается высшей лиги SkyVault Community. И я впервые вам хотел бы показать то, что никогда еще не показывал. Потому что многие задают вопросы. Платформа обучения, адаптации – это что? А не получится ли так, что вы запустите один курс, и это и будет платформа обучения, адаптации? Нет, это целая архитектура, это целая система, это целая пошаговая структура действий, которая будет доводить вас до результата. Вначале это статус инвестор, и будет рассказано, зачем создана платформа, будет дано учебное обещание, причем учебное обещание – то обещание, которое платформа как преподаватель обязана выполнить. И оно дано на самом деле с неким авансом. И вы поймете, что сделать на первой ступени, чтобы вы сами и продавали продукты, и все хорошо получалось. На второй ступени это более высший статус, когда вы умеете находить и вовлекать тех людей, которые умеют продавать и делать так, чтобы другие начали создавать такие же результаты. И третья ступень – это высшие статусы, это уже эксперты, топ-эксперты, sky-эксперты. Это как сделать так, чтобы ваша команда строила свои команды. То есть, вот повторюсь, кейсы нужны для этого. Пожалуйста, тем, кому не сложно, потратьте максимум минут 20 своего времени. И по кейсам я хотел бы обратить внимание, обязательно приложите, где мы просим приложить ссылку на фотографию, именно ссылку на фотографию. Не нужно говорить, что у вас нет фотографии. Приложите ссылку в социальных сетях или что-то такое. И если вы говорите тот или иной результат достижения, то нужно подкрепление и доказательство этого результата. То есть это либо статистика внутри личного кабинета, это либо то, что приходило вам в виде оповещения на почту в качестве вашего достигаемого финансового результата, либо какой-то другой пример. Но мы не будем размещать те кейсы, которые не имеют подтверждения, потому что иначе мы можем столкнуться с негативом, что мы фальсифицируем, придумываем, заранее мы это предусматриваем. Также блоки ведения – это секрет успеха лучших мастеров, что определяет вообще всех успешных лидеров. Поверьте мне на слово, здесь не просто какая-то вода или слова, здесь будет выжимка именно самое важное, что нужно знать по этой теме. Будет дорожная карта новичка, как сделать результат, как заработать первые деньги в компании. Краткие истории успеха – это как раз-таки кейсы. Домашнее задание обязательно свои цели будет поставить. Основные блоки, которые помогут достичь результата, будут вас сопровождать во время
всего пути на обучение в платформе. Это личность, это продукт, это навыки продаж и система. Как будет устроена работа, система будет как уроки в школе, то есть каждый день разные уроки. Работа ведется сразу по нескольким направлениям. Это личность, продукт, навыки продаж и система. И вы будете проходить проверку заданий. Также в будущем мы будем набирать штат именно так называемых проверяльщиков, то есть можно называть тьюторами, но это слишком сложное название. Давайте, ну, просто те, кто проверяет задания, тоже они будут обучаться, аттестовываться, потому что поток в этой системе будет просто огромный. Именно по этой причине, что мы разрабатываем подобную систему, я приостановил вообще возможность входа в систему лидогенерации. Будет работа в чатах, система наставничества, обязательно миссия, зачем мы это создали, о продукте SkyVault Community, материалы по продукту, именно это даже вот первый просто блок, как зарегистрироваться в кабинете, верификация, часто задаваемые вопросы, определение личной эффективности, то есть многие на этом стопорятся вообще, как помогает в жизни и работе, критерии успешного, опять же, человека, как добиться успеха в продажах. И опять же, это не просто слова, здесь будет конкретика, и здесь нужно будет уже выполнять конкретные действия. Урок, придающий уверенность в себе, или чит-код, определяющий эффективность, харизму лидера. На вас начнут смотреть со стороны уже как на лидера, потому что что-то в вас поменяется. Постановка личной цели, декомпозиция. Многие могут поставить цель, но почему-то не декомпозируют ее, не делят ее на этапы, на шаги. Энергия цели обязательно. Именно поэтому многие прекращают свой путь лидера и достижения цели. Декомпозиция цели, дисциплина, типология клиентов. Частично мы охватывали ранее с Юрием Галатой, но здесь будет уже конкретика, самое мясо и самый сок того, что нужно об этом знать. Позиционирование себя в диалоге, как снизить стресс от диалоги с клиентом, как преодолеть скепсис своего окружения, что делать с сомнениями клиента. Это все именно начальная стадия, когда вы только-только входите в проект, что такое продажа, каналы продаж, энергия цели, диалог, который заканчивается продажей, как выстроить такую структуру диалога и как провести самую первую беседу. Вот об этом будет, кстати, мастер-класс, не пропустите. Я рекомендую всем, кто желает вот в этот контент погрузиться и делать прямо квантовые результаты в логике построения бизнеса SkyVault Community. Заполните анкету на присоединение в высшую лигу SkyVault Community, и вы получите возможность участвовать на мастер-классах. А мастер-классы – это самое ценное, потому что у вас будет обратная связь, и Наталья будет прорабатывать ваши примеры. Посмотрите на темы. Стоп-слова, установление контакта, крючки, программирование клиента, предложение, от которого невозможно отказаться, отработка тупиковых возражений, неинтересно, нет денег, я подумаю, завершение диалога, навыки аргументации, но пока что это нулевой уровень. То есть это самое начало вашего пути. И здесь все будет именно применимо продукту SkyVault Community. Все примеры будут только о SkyVault Community. Не будет никаких иных примеров. Я лично это все дело координировал и проверял, в том числе принимал, именно уже отдавали продакшн в производстве. Диалог, который заканчивается продажей. Как провести индивидуальную встречу. Цель встречи, структура встречи, установление контакта, выявление мотива потребности, отработка возражений, завершение встречи. Где находить первых клиентов? Но с этим многие более-менее знакомы. Зачем нужна система? Из чего состоит? Как помогает решать задачи? То есть что такое системно? Мыслить и системно действовать необходимо уже с более поздних статусов, я бы сказал, со статуса мастер, а то и консультант, этот нужно будет осознать и понять. И вы действительно организационную структуру начнете выстраивать, а не просто плодить людей и приглашать свою первую линию. Вы будете понимать, как смасштабировать бизнес и как отойти от дел, сделегировать и так далее. Система поиска новых клиентов, и у нас есть система
С этой нотки мы будем подключать новых людей к системе лидогенерации Ледокол. Система систематизации, учет, сертификация здесь будет обязательно, наставничество. Переходим к лидеру. Будут материалы, которые необходимы именно для этого статуса. Декомпозиция второго уровня. Это при работе с личностью. Работа будет с партнером. То есть нужно будет найти партнера. Также мы сделаем специальный чат, что вы не сможете не найти партнера, и ну, просто это задание невозможно будет не выполнить. Это будет специальный бот, где автоматически будет искаться партнер. Дисциплина, навыки аргументации, первый уровень уже нулевой у нас был. Метод противопоставления, ответ на возражение, сейчас кризис, если клиент говорит нет. Это все касаемо именно продукта SkyVault Community. Но я могу сказать, что это будет иметь ценность для любого человека, кто развивает бизнес. И здесь я могу сказать, что мы приобретаем с запуском этой системы адаптации обучения совершенно новую грань продукта. Человек будет даже порой не понимать, что он стал совладельцем компании. И наоборот. Ему будет без разницы на систему адаптации и обучения, но он хочет стать совладельцем компании будущей растущей корпорации транспортной инфраструктурной отрасли. И тот пласт мы будем объединять. Ранее, до именно проектирования, далее запуска системы, мы не могли объединить. То есть люди, которые хотели получать навыки, компетенции, внутри личного кабинета это было достаточно разрозненно. Но даже вот то, что с Майклом Бенгом мы проработали, обязательно также включим в систему адаптации обучения. Работа с негативными высказываниями, работа с особенными клиентами, как провести уже групповую встречу. То есть это то, что делают у нас многие наши профессионалы и закрывают многочисленные продажи при проведении конференций, групповых встреч. И также это что касается Zoom. И также структура, цель встречи, алгоритм проведения, начало самопрезентации, основной блок контента, продающий блок, ответ на возражение, второй контентный блок, второй продающий блок. Покажите мне, где этому обучают, дорогие друзья. Вот сегодня такая немножко вот начальная сторона моего вебинара, она продающая, но я вот даже сейчас рассказываю, сам себе продаю. Это проведение консультации, которая продает сама себя. И это возможность представить вас очень быстро как эксперта, у которого захочется приобрести. Люди захотят приобретать тот продукт, который вы будете преподносить. Ораторское мастерство. Здесь мы будем работать с самыми лучшими спикерами. Постепенно, постоянно будет расширяться платформа обучения и адаптации. Из внутреннего корпоративного университета постепенно она станет внешним уже корпоративным университетом, и это будет вторая ценность, которую мы даем в логике социальной направленности фонда «Импакт инвестиций SkyVault Community». Переходим к управлению командой. Цикл управления персоналом, планирование, организация, мотивация, контроль, ситуационное руководство. То есть в зависимости от ситуации, как действовать. Многие могут быть ситуации в создании бизнеса, управлении структурами, планерка, которую ждут, как проводить планерку, чтобы просто ваши партнеры целую неделю ждали, чтобы все присутствовали на этих встречах, и вы потом ринулись в бой осваивать новые страны. У нас такие примеры были, и я знаю, что это живые примеры. Где находить потенциальных партнеров, лидогенерация, соцсети? Вы научитесь сами уже это делать, если захотите. Анализ показателей, составление отчетов. Кому еще это пригодится программа? Многие думают, что я эксперт, топ-эксперт, sky-эксперт, мне не пригодится эта программа. Нет, друзья, я сомневаюсь, потому что я даже, когда в принципе проходил мастер-классы и когда я проходил тренинги Натальи Ивановой, так мы с ней познакомились, я постоянно обучаюсь, я просто очень сильно был вдохновлен и стал благодарен то, что я получил новые знания, которые позволили развивать бизнес SkyVault Community еще более мощно и серьезно. Напишите, пожалуйста, в чатах вообще, как вам эта информация.
Я вижу, что реакции есть, и я вам представил только верхушку. Только вот самое то, что можно показать. И самое интересное, при приобретении продукта SkyVault Community это будет предоставляться бесплатно. В какой компании вообще вы можете такое найти? Все, больше об этом ни слова. Пожалуйста, я повторюсь вот эту информацию. То есть, кто желает стать тренером и кто желает, чтобы его кейс увидели все в своих личных кабинетах, потом на платформе обучения, и кто может приобрести за счет этого дополнительную ценность, я еще раз дублирую Google формы. Ну, а мы переходим к следующему вебинару, к следующей части вебинара. Я могу сказать, что я с нетерпением жду вот этих моментов, когда мы будем запускать целые вообще события в специальных студиях. Я знаю, что я говорю, потому что это будет. И когда огромное количество людей захотят присоединяться к SkyVault Community. Кто-то захочет научиться классно продавать, кто-то пожелает вырасти в качестве личности, а кто-то сразу поймет продукт, и он достигнет, конечно, наилучших своих результатов. И почему мы это делаем? Потому что Unisky String Technologies сейчас развивается крайне стремительно и быстро. У нас осталось не так много времени, и более того, я могу сказать, что при запуске этой системы, также я этого не скрываю, уже есть проекты, понимание, как это будет. Будут выстраиваться помимо MLM-схемы, агентская система вознаграждений, реальных офисов продаж. То есть это будет параллельная система, которая не будет иметь партнерской программы, и там будут в логике традиционного бизнеса работать люди. То есть мы будем подключать дополнительный поток. И те, кто присоединялись к лидогенерации, в лидокол, будет возможность еще войти, но она также будет ограничена, когда заработают вот эти вот уже внутри SkyVault Community, именно от компании офисы продаж. Причем ну, они будут на разные языковые категории, потому что как только мы запустим платформу адаптации обучения, не составит никакого труда. Буквально за несколько недель обучить и сделать профессионала-продавца. И мы это все делаем для того, чтобы следовать действительно в ногу и соответствовать уровню тому, что сейчас показывает Unisky String Technologies. Ведь уже очень много репортажей появилось. Я абсолютно не согласен с теми, кто говорит, что вот что происходит на стройке в Шарже. Ну, на самом деле уровень сейчас не тот, чтобы показывать каждую новую опору, каждый новый вид работ на строящейся станции, например. Говорится чисто тезисно, что будет сделано к ноябрю то-то и то-то. Сейчас я вижу, что мы формируем определенное сообщество, которое стремится заполучить статус Gold марафона, который запустил SkyVault Community. И их не нужно особо подталкивать. Вот платформа обучения адаптации направлена в первую очередь для того, чтобы проснулись ну, максимум людей вообще. Потому что ну, если кто-то не проснется, то потом уже будить не будем, потому что ну, вообще вот просто шквал, поток начнется тех людей, которые пожелают развивать бизнес. Потому что ну, вы увидели, как компания развивается, когда внедряются подобные, ну вот именно такой системы не было. То есть Amway, Herbalife, они живут практически очень долго. И ничего с ними не происходит. Также и SkyVault Community у нас такие же цели существовать достаточно долго. И буквально я хотел бы остановиться, потому что большая часть вебинара была про платформу обучения адаптации.
фуф, как говорится, можно выдохнуть, потому что здесь я постарался передать вам максимум своей энергии. И вот конкретика, которую, да, мало, но ее передают через статьи. Анатолий Эдуардович давно уже, в принципе, не записывал ввиду отсутствия времени свой видеоблог. Я думаю, что когда будет время, сможет обязательно записать. Но нам конкретно говорят те новости, ну, которые можно вообще вот декомпозировать и сделать много-много других новостей. Например, что журналисты узнали о текущих работах в Шарже. Строится посадочная станция высотой около 14 метров для трассы длиной 2 километра 400 метров, высотой около 14 метров, не помню, возможно, говорил с 400 метров, чтобы меня не коверкали потом. И все это планируется открыть в ноябре 2021 года. Одновременно с этим команда сотрудничает с Управлением стандартизации метрологии Объединенных Арабских Эмиратов, еще несколькими независимыми фирмами для сертификации транспорта. И также будет доставлено еще две модели транспорта в Шаржу, грузовая и пассажирская. Вот даже вот эти три новости при достижении, представьте, насколько много действий и работы нужно совершить Unisky String Technologies. Многие эти процессы делают годами, что, например, будет доставлена модель. Это все запараллельно происходит. Многих вещей, которые осуществляются в недрах научно-производственных конструкторских отделов и внутри вообще команды в Шарже, они никак не показываются, потому что важно показывать конкретный результат. Но если новая модель автомобиля делается годами, то здесь чуть больше, чем за год, было сделано несколько моделей уже на готовый рынок под конкретные адресные проекты. И да, неоднократно руководство говорило, что как минимум три адресных проекта, контракта будут подписаны в этом году. Но в СМИ еще говорится об трассе Харфакан, об возможности строительства даже высокоскоростной трассы, и время покажет, где будет реализовываться высокоскоростная трасса. А я считаю, что это будет реализовываться где оптимально по расходам и где оптимально по будущим адресным проектам. Давайте сейчас поразмыслим немножко над логикой линейных городов. И вообще представим, что Экспо уже начался, и показаны модели, показан стенд линейных городов. Но для чего был создан концепция линейного города в Саудовской Аравии, линия? И я могу сказать, вот очень быстро я перемотаю, это то, что происходило, в принципе, как стимулирование экономики после Второй мировой войны в 1945 году. То есть было переустройство экономики. Нужно было ее на чем-то основывать. И в логике линейных городов многие эксперты говорят, что государства будут в качестве партнеров. То есть согласно именно предположениям Организации Объединенных Наций, вырастет население с 6 с лишним миллиардов до 9 почти миллиардов в 2050 году. Я думаю, что это еще быстрее произойдет. И, естественно, о линейных городах задумывается сейчас, потому что ну, где-то нужно будет расселять всех этих людей. Также планируют, что увеличится население даже до 2025 года. Это причем материал 2019 года я нашел. И видим, что, в принципе, доход, который будет исходить из продажи различных строений, которыми можно совладеть, они смогут вообще сократить национальный долг целых стран. То есть вот это говорили про линейные города. И подобные проекты смогут
совершить просто колоссальное развитие, которое поможет экономикам стран сквозь года удовлетворить своим потребностям развития. То есть это примерно то, что вот строились сеть железных дорог и так далее. Но на самом деле стоит понимать, что сейчас то, что мы с вами финансируем, это основа, это, так скажем, самый стержень, но за счет чего будут реализовываться и развиваться другие направления. Именно без этого невозможно развитие линейных городов абсолютно. И, наверное, у одной из компаний, я не знаю, кто еще представит, Экспо 2020 будет действующая модель, да, в малом размере кластера линейного города, умного города. Да, то есть посмотрим, у кого еще будет это представлено. И какие ранее модели линейных городов были представлены. Не так много упоминаний в интернет я нашел, но логика следовала тому, что только подземные трассы, но, да, трехуровневые, то есть это метро, это поезд и это высокоскоростной транспорт, ничего не напоминает. То есть, в принципе, ну, под землей это очень дорого реализовывать, и более того, видите, посередине часть, ну, они будут вообще фактически без света находиться. И вот это достаточно утопичный проект именно в логике того, что транспортное инфраструктурное решение, оно было сделано не особо логично. Хотя поддержка нашлась, это канадский проект, и даже стали привлекать какие-то ресурсы на развитие. Но когда это все выносится над землей, и также в логику перемещения с изменением скоростей, возможно, ну не то что изменением, что можно осуществить пересадку, это обретает совершенно новый смысл. И это вдыхает жизнь в логику линейных городов, в утопичную на самом деле сейчас идею. И мое предположение, что Саудовская Аравия сейчас смотрит, выбирает, а кто вообще подобные решения предлагает. В прошлом вебинаре я рассказывал про город исполнителя музыкального Icon, тот, кто, ну, является достаточно небедным человеком. И посмотрите, что представляется в логике линейных городов. То есть вот это как раз-таки утопия. Но если говорить про основную проблему, это то, что находится посередине этого слайда. Это транспортно-инфраструктурная именно линия, которая лишает смысла вообще линейный город всякого. Насколько там не был бы этот город умным, насколько он был бы не суперсовременным, все это напрочь лишает смысла. Поэтому будущее на самом деле это Юни-Сити, и это стиль жизни будущего. И я думаю, что вот как раз-таки здесь, возможно, будут в полной мере реализовываться именно возможности СВГ-токена, utility-направления. И очень много применений родится. Но линейные города будут появляться только после запуска коммерческих проектов. И вот в эти направления сейчас многие думают, насколько гигантский потенциал линейных городов, то есть триллионы долларов, я хотел бы участвовать и инвестировать. И именно для этого параллельно сейчас, не откладывая, Юни-Сити Стрим Технологис готовится к запуску именно security направления, которое будет объединять направление уже после 15-го этапа. То есть это различные сельскохозяйственные технологии, это умные линейные города и те направления, которые не охватывают 15 этапов. Дорогие друзья, на самом деле это все, что я вам желал сказать сегодня. То есть вы сегодня, к сожалению, либо для кого-то, к счастью, может быть, не нравится, не услышите мою рубрику
именно более расширенную, происходящее в мире в логике развития UST на основе анализа того, что сейчас происходит в мире. Но я искренне надеюсь, что вам было полезно, и вы сейчас поняли, насколько мощную платформу и для чего мы готовим. И, пожалуйста, будем рады вашему присоединению в высшую лигу, потому что там уже есть участники, уже высшая лига сформирована. Эти участники могут стать теми лидерами, которые будут открывать новые страны, потом заниматься финансированием новых адресных проектов и, в общем, быть впереди всех. Каждый сейчас может оказаться там, но потом этой возможности не будет. Все возможности когда-то уходят. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. А теперь буквально на 1-3 вопроса отвечу и будем завершать. Экофест будет и когда? Экофест будет 22 октября в Шарже. Это для тех, кто выиграет по марафону для статуса Silver и Gold. И параллельно будет онлайн-трансляция представлена на Мариной горке. То есть будет все показано в логике предыдущего онлайн-экофеста. Но я думаю, что будут показаны новинки и много всего интересного нового. Александр Ес, куда дели ИСИПа? Не знаю, если честно, не слежу. Мне бы еще прибавить часов 8 в день. Тогда, может быть, следил. Хватало бы времени. Друзья, вопросы еще? Так, сейчас я зайду в YouTube. Там тоже идет трансляция. Так, Андрей Инвест, высшая лига чего? Высшая лига SkyVault Community. Если вы были с самого начала вебинара, то вы видели пласт знаний ценных, которые там можно получить именно касаемо продукта SkyVault Community. Так, коллеги. А были ли слайды именно при листании? То есть я очень много слайдов показал. Напишите, пожалуйста, в вебинарной комнате. Были, были. Супер. Почему-то в YouTube не было. Ну, Александр, спрашивайте в RSV Systems, я думаю, что вам техподдержка обязательно ответит по поводу того, как там идут дела. Коллеги, благодарю за внимание. До скорых встреч через 2 недели. Я думаю, что там мы осветим уже некоторые моменты, которые касаются уже предстоящей, скоро, которая пройдет конференция по неракетному освоению космоса.